В Ухтинской поликлинике возобновили запись на вакцинацию от ковида. Ее приостанавливали из-за большого количества желающих. Оставшиеся дозы распределялись на несколько недель вперед. Теперь нас поступило еще 1000. В это учреждение сформировали дополнительные бригады. Людей прививают даже в выходные. Пригласили еще одного врача-терапевта из другой медорганизации. В субботу и воскресенье у нас работало по 3 бригады. Мы привили 200 человек. Продолжаем, в общем-то, в том же ритме. На сегодняшнего дня к работе приступают 3 фельдшера и врач-терапевт. То есть 4 специалиста параллельно будут принимать пациентов для введения первого компонента вакцины. В Ухте привито 900 человек, вторым компонентом 241. Серьезных побочных явлений иммунизация по-прежнему не фиксирует. А характерные легкие недомогания проходят в течение 3 дней. Всех пациентов, которых мы привили, мы их, естественно, наблюдаем. Было повышение температуры, небольшая ломота и головная боль. Но большей частью даются рекомендации, то есть принимали парацетамол. В начале вакцинации в Ухте прививали по 20 человек в день. Теперь это минимум 100 пациентов. Напомним, массовую вакцинацию будут проводить до конца года.